В ближайшее время нам предстоит принять ряд нормативных актов, определяющих установление минимального размера взноса на капитальный ремонт, с возможностью дифференциации его по муниципальным образованиям. Также мы должны установить минимальный размер фонда для каждого дома, минимальный размер фонда капитального ремонта для каждого дома. Порядок использования критериев, на основе которых в региональную программу будут включаться дома.